Я вам сейчас покажу дом, в котором вот все, что можно было сделать не так, было сделано. В нем гниют стены, в нем гниют полы, в нем протекает кровля. И самое страшное, что это не просто недострой какой-то, а это недострой, в котором еще и живет 7 человек. Я не хочу, конечно, сейчас нагнетать, но это реально самый жуткий дом в плане строительства, который мне доводилось видеть. У тебя 300-метровый дом, и ты не можешь ни гостей позвать. А тебя что, тварь, проверять надо? Ты мразь вообще, конечно. Просыпаемся с утра, потому что нам просто льет на голову вода. Дурка просто, ей-богу. Самое грустное здесь, это то, что это совершенно банальная история, с которой сталкиваются практически все. Я захотел построить дом, или в данном случае девушка захотела, мужчина, который будет Андрей, хозяин этого дома, он на самом деле присоединился к этой истории уже после того, как дом был построен, и фактически он сейчас разруливает это. Я хочу построить дом, поэтому к кому я иду? Конечно, к знакомым. Естественно, никаких формальностей при этом не соблюдается, типа жесткого договора подряда, проекта дома, да, сроков, какого-то бюджета готового. Все это происходит на пальцах, на руках. В итоге денег нет, дом, не могу сказать, что дома нет, есть некое подобие дома, к сожалению, в который еще надо вложить огромное количество денег для того, чтобы он хотя бы стал похож на нормальный, полноценный дом. Андрей, добрый день. Добрый, Владимир. Да. Как у вас появился этот замечательный дом? Знакомый посоветовал знакомого. Все средства, соответственно, были освоены гражданином. Гражданин пропал. Часть материалов сюда просто не доехала. Хотя дом собран по каркасной технологии, все-таки он собран из бруса 100 на 100. А для тех, кто с нами недавно, сообщаю, что каркасная технология – это когда используется доска, желательно сухая, строганная. Здесь используется везде брус, что уже говорит о том, что какой-то нормальной проектной документации не было. Явно строили без особых знаний о том, как это нужно делать. То, что можно увидеть наверху, это ОСП, который провисел на доме 4, по-моему, года с небольшим, да. Ну, по нему видно. Утепление было 150-е. Ни вентиляционных зазоров, ничего, это все отсутствовало. Вследствие чего мы имели чудовищную теплопотерю. Дом отапливается дизельным котлом. На горючее у меня выходило в неделю порядка 30 тысяч рублей. Соответственно, по низу сейчас сделано перекрестное утепление. Утеплитель теперь у нас, это уже уверенные 200. С вент-зазором, с хорошей ветрозащитой. Когда стали разбирать стены первого этажа, то обнаружилось, что снаружи, во-первых, ну, как уже сказал Андрей, нет вентиляционного зазора, но это на самом деле меньше из бед. Полбеды, да. Да, потому что снаружи использовалась не ветрозащита, а пароизоляция. Так точно. Это первое. И второе, эта пароизоляция была прибита не к стойкам, а к каждому листу из бит. Сами понимаете, между собой эта пленка тоже там никак не стыкована, и, ну, слава богу. Да. Потому что именно благодаря тому, что каждый лист USB это был отдельный лист пароизоляции, собственно, только благодаря этому еще хоть какая-то там вентиляция внутри осуществлялась, и за несколько лет стены дома не сгнили. Сам по себе принцип каркасного дома в том, что вы, находясь внутри дома, генерируете огромное количество пара, это там чайник вскипятили, приготовили, помылись, подышали в конце концов, и этот пар естественным образом рвется наружу, вовне. Для этого внутри дома монтируется пароизоляционный контур, чтобы этот пар не имел возможности проникать внутрь стен. Но даже если в стенах образуется какая-то влага или еще что-то, все-таки воздух же с улицы тоже туда попадает. Для этого снаружи дома монтируется ветровлагозащитная мембрана, которая как раз за счет того, что она мембрана, она позволяет эту влагу выводить наружу. И далее с помощью вент-зазора это влага выветривается. В стенах за счет этого стены сухие. То есть внутри дома пароизоляция, снаружи ветрозащита. Если поменять это дело местами и сделать снаружи пароизоляцию, то пару просто некуда будет выходить, да. И он будет весь оставаться в стенах. Да. Дальше делается перекрестное утепление, натягивается ветровлагозащитная мембрана, проклеивается, вы все правильно сделали. Да, да. Делается вентиляционный зазор, брусок желательно использовать 45 на 45. Сухой строганный, и дальше поверх него уже можно монтировать, например, листы USB, на которые уже монтируется хауберг. Для тех, кто тоже с нами недавно, хауберг – это битумная черепица, которая монтируется на фасад. Не на кровлю, а на фасад. Производство компании «Технониколь» – это не реклама, это то, что Андрей себе купил, а я вам поясняю. И то, что да, мы сами используем да. в своей стройке, и многие компании тоже. И таким образом у вас получается имитация такого кирпичного дома. Здесь, на самом деле, я пока ехал сейчас по поселку, там много домов увидел, которые снаружи отделаны хаубергом. Да. Выглядит довольно симпатично. Я заметил, что здесь на крыльце использован такой
металлическая ферма, что, и со слов Андрея, что весь фундамент еще обвязан металлическим швеллером. Как минимум, вот эта основательность крыльца мне говорит о том, что все-таки какое-то намерение сделать хорошо было. Есть подозрение, что все делали разные люди. Крутили фундамент одни, все, что уже пошло дальше, это уже, скорее всего, совсем другие люди поднимали уже каркас. В целом, это стройка. Конечно, никто не застрахован от того, чтобы поставить не очень хороших рабочих. Но в случае с компанией, с хорошей компанией, да, за этими рабочими ведется постоянный надзор со стороны прораба, со стороны технического надзора. Если возникают какие-то сложности, ну вот прям совсем все плохо, и бригада вообще не тянет, с бригадой просто расстаются и ищут другую бригаду. И это часть ответственности компании, если такое происходит. А пенополистиролом экструдированным кто это? Это уже было при мне вынужденная мера, потому что чудовищно продувался дом, тащит с пола до сих пор, но это хотя бы как-то воспрепятствовало чуть-чуть. Единственное, конечно, близость его к грунту. Его, конечно, пучит. Зимнее пучение, кстати, очень важный фактор. Я уже много раз об этом говорил, что когда контрабрешетка выпускается из-под фасада вниз к земле, обязательно надо оставлять хотя бы 10 сантиметров до грунта, то есть не делать прямо в пол. Like a boss. Цоколь, да. 7 лет назад у нас угол одного дома по зиме просто приподняло, оторвало от фундамента именно за счет того, что все вот эти рейки, ну, бруски, что все они выходили и упирались в землю. С тех пор у нас в нашем чек-листе появился пункт о том, что обязательно контрабрешетка должна подрезаться и находиться не менее 10 сантиметров от земли. И таких пунктов в нашем чек-листе более 300, более 330, если быть точным. И каждый дом проверяется на герметичность с помощью аэродвери. Так что если вы ищете себе надежного подрядчика по строительству каркасного дома, то обращайтесь в нашу компанию. Спасибо, Андрей. Компанию Колосов Хаус. Давайте ссылку оставлю в описании. Каждый дом мы обязательно проектируем перед тем, как начинать строить. И дальше в процессе стройки очень сурово контролируем эти процессы для того, чтобы вы потом в своем доме могли много лет жить счастливо и, в общем-то, ни о чем не переживать. Проходите по ссылкам в описании, оставляйте заявку. Как мы любим шутить, добро пожаловать к нам в сарай. Дом, на самом деле, очень большой и просторный. И от этого втройне обидно, потому что внутри находишься и чувствуешь этот простор. В принципе, в целом, довольно грамотную планировку. Я не могу сказать, что он не предназначен для жизни, потому что в нем живут. Причем, сколько у вас человек живет? В общей сложности у нас тут 7. Да. И 5 собак. Меня, конечно, восхищает, как, имея большое количество детей, люди еще имеют большое количество домашних животных. Напомню, у меня 3 детей. Уже почти 4. Когда дочка начинает просить собаку, я сразу говорю, нет, у меня нет ни времени, ни сил этим заниматься. Но вот здесь это вызывает восхищение. При том, что, повторюсь, люди живут не в самых комфортных жизненных обстоятельствах. Все дерево взято естественной влажности. И брус этот в некоторых местах, он просто закручен винтом. И это вот, в принципе, повсеместно, вплоть до того, что даже в стенах это присутствует. То есть, допустим, 2 бруса идут рядом, и один потом уходит вот так. Соответственно, образуются щели. А каждая щель, как говорят, это типа что-то вроде открытой форточки. Когда мы ставим доски, то обязательно, если вот есть какие-то стыки между досками, мы обязательно прокладываем их полиэфирным утеплителем, для того, чтобы в случае, если даже какие-то щелочки между досками образуются, чтобы через них не задувало внутрь. Этот гипсокартон, который есть... Вот весь гипсокартон, который здесь можно увидеть, он был смонтирован теми ребятами. Оп! Вот я. О! Изнутри бесполезно что-то делать, пока снаружи все плохо. Ну, я хочу обратить внимание на то, что здесь, насколько я вижу, многие элементы прикручены на уголки и черные саморезы. Правильно, при сборке каркасного щита вы сначала его кладете, вы все сбиваете гвоздями, и дальше весь щит уже поднимается, стена готовая поднимается, ставится вертикально и фиксируется. В случае, когда строители неопытные в этом вопросе или вот используют, например, брус, то есть чисто логически с их стороны мы делаем стены. Значит, мы ставим вертикально брус, на уголки его прикручиваем, ставим следующий, прикручиваем на уголки, и таким образом появляется много уголков, прикрученные на черные саморезы. Чем плохие черные саморезы, в отличие от гвоздей, тем, что они очень легко ломаются. Поэтому, если вы собираетесь строить каркасный дом, обратите внимание на то, чтобы весь каркас собирался на гвозди. Мы у себя в компании используем не просто гвозди, обязательно оцинкованные гвозди, во-первых, во-вторых, ершоные. Ершоны – это гвозди с ребристой поверхностью, которые, когда заходят внутрь дерева, они там этой ребристой поверхностью как бы фиксируются. Цепляются, да. Да, цепляются. А оцинкованы они, потому что
оцинкованный гвоздь меньше ржавеет. В принципе, ему и так там особо ржаветь не приходится, потому что там нет ни влажности, ничего. Ну и плюс это просто красиво эстетически выглядит, когда у вас красивый каркас. Если вы к нам на стройку приедете, увидите красивый белый каркас с оцинкованными гвоздями, все здорово. Если бы мы использовали черные гвозди, то это все потихонечку бы начало ржаветь, подтекать и выглядело, да, бы уже не так симпатично. К вопросу, короче, гвозди. Кстати, к вопросу еще, кстати, о черных саморезах. У них осыпается резьба. Я не знаю, я с таким не сталкивался. Напишите в комментариях, если вы сталкивались с саморезами, у которых осыпается резьба. Это, по-моему, уже вообще за гранью добра и зла. Вот. Обращу внимание, что здесь во всем доме, в принципе, нигде не использована ветрозащита. То есть она снаружи, внутри, в перегородках, в потолке, везде использована только пароизоляция. Проклеивать пароизоляцию критично на внешних стенах. Это обязательно нужно делать, чтобы пар не проникал во внешние стены, где за счет перепада температур появляется точка росы. То соотношение влажности и температурного перепада, когда пар, находящийся в воздухе, конденсируется и превращается в воду. Это, например, это физика, да? Например, на холодном стекле бутылки со сладкой газировкой, да, стекают капельки. Это и есть вот точка росы. Вот то же самое происходит внутри стен. Чтобы этого не происходило, пароизоляция должна быть проклеена. Во внутренних перегородках нету такого сильного перепада по температурам между помещениями. В целом, да, там вообще нет перепада, температура идентична. Да, но мы можем увидеть, что вот у нас уже перегородка, которая граничит с улицей. Это вот не это. Перегородка, это стена. Стена уже, да. Это уже стена, которая снаружи у нас уже улица, и здесь все сделано точно так же. Точно так же плохо. Ни вент зазора, ни проклейки, да, ничего. Причем можно заметить, что здесь у вас использован базальтный утеплитель. Левый. Да, да. Это базальтовый старый утеплитель. А это новый. Потому что, когда мы снимали ОСП снаружи, часть этого утеплителя, она, во-первых, была мокрая, она повываливалась. Утеплитель туда монтировался по принципу просто набить. Кусками, не плиты целиком, а просто абы что. Поэтому часть утеплителя была просто заменена, ну вот, вплоть до внутренних стен. Утеплитель же в несколько слоев идет. Например, если мы говорим про 150 мм, это 3 слоя по 50. Не поленитесь подойти, отогнуть пару слоев, посмотреть, что у вас там внутри, да, лежит, потому что строители часто, опять-таки, в целях экономии, вот они обрезали утеплитель, не выбрасывать же его, они его тоже в стену ставят для того, чтобы не пропадал материал. Да. Мы у себя запрещаем использование обрезков менее 30 сантиметров шириной, и единственное место, где их где-то мы год назад, наверное, решили все-таки использовать, это межэтажное перекрытие. То есть там, где у вас есть и на первом, и на втором этаже, опять-таки, одинаково тепло, там это критичной важности не имеет. Поэтому такие обрезки у нас разрешено использовать только в межэтажном перекрытии. Во всех остальных местах, в стенах, только цельные листы. Смотрите, внутри вентзазор, он не критически необходим. Он нужен для того, чтобы в первую очередь прокладывать там внутренние коммуникации. То есть, так если вот вы хотите сделать будет, скрытые, конечно, коммуникации, конечно, там розетки, вот сейчас, например, у вас идет кабель, я вижу, торчит. Да, да, он просто торчит. Скорее всего, он идет внутри стены. Именно так. Гофры их видно, и вот из распределительных коробок оно заходит именно в стену внутрь утеплителя. Да. Для меня загадка, зачем это? Ну, потому что это дико неудобно. Что-то случись, вот ты будешь искать разрыв какой-то и так далее. Тебе придется разбирать стену, что ли? Представляем, что у нас здесь пленка, да, а гофра идет под ней. Да. Ну, это идиотия, я извиняюсь. Но... Да, ключевой риск – это то, что в тех местах, где кабель проходит сквозь пленку, у вас образуется разрыв. Как мы видим, эти разрывы никак не проклеены, ничего с ними не сделано. Даже если бы они были проклеены, все равно бы это мало помогло. Из них будет очень сильно дуть. У нас на канале есть ролик, где мы первый раз встретились с Сергеем Петрушей, пригласили его на наш дом, это было уже 4 года назад, где как раз мы таким образом прокладывали инженерку. И, как выяснилось, инженеры, когда, допустим, монтировали розетку, им там не хватало длины провода, они могли вот так вот поддернуть. Этот провод разрывал пленку, которая находилась за ним. В итоге во всем пароизоляционном контуре дома было огромное количество дырок. Мы полностью снимали внутреннюю обшивку, полностью перепроклеивали всю пленку и полностью заново обратно делали. С тех пор все внутренние коммуникации, ну, Андрей уже знает, сообщаю тем, кто не знает, мы делаем внутри контур-обрешетки. То есть, прежде чем монтировать уже какую-то обшивку внутреннюю, вы сначала на каждую стойку набиваете вертикальный брусок, дальше уже между этими брусками, то есть не за пленкой, а поверх этой пленки, вы прокладываете все инженерные коммуникации, и только после этого уже вы зашиваете каким-то, ну, в данном случае, листовым материалом, влагостойким гипсокартоном. Влагостойкий гипсокартон – это гипсокартон вот такого бирюзового больничного цвета. Контур отопления, да, который идет.
И вот он тоже, трубы спрятаны под пленку посреди утеплителя. Да, это во-первых, разрывают его, ну, то есть, да, там он не сходится в тех местах, где идут трубы. То есть это тоже не совсем верно, так скажем, да? Да, это не совсем верно, еще и по той причине, что по зиме, когда будут сильные морозы, у вас будут довольно сильные теплопотери на этих трубах. Совершенно верно. Плюс они будут создавать уже внутри стены вот этот перепад по температурам, вот, где может образовываться вот конденсат. Поэтому в данном случае вам повезло, у вас они полипропиленовые. Это полипропиленовые, да. Это обычный полипропилен. То есть их можно спилить и выдвинуть сюда. Да, и заново сварить. Вообще, я лично рекомендую вот трубы пускать отопление снаружи, то есть где-то либо внутри, либо вот, может быть, под потолком они будут спрятаны. Но это довольно удобная история, потому что не будет лишних теплопотерь внутри стен. А в любом случае, если у вас что-то проложено за стеной, даже если бы здесь была контрабрешетка и сверху был смонтирован гипсокартон, вот между гипсокартоном и пароизоляцией все равно было бы достаточно холодно, да, и у вас были бы там лишние теплопотери. А так у вас эти трубы будут внутри помещения, они тоже дополнительное какое-то тепло отдают. Довольно практичное решение. Граждане, не щелкайте клювом, обращайтесь к профессионалам. Спасибо за рекламу, Андрей. Андрей, кстати, написал мне в комментариях, причем даже не лично, а в комментариях у меня в телеграм-канале. Так что, если у вас тоже есть какой-то проблемный дом, то можете заходить к телеграм-каналу. Давайте ссылку оставим в описании. Там напишите в комментариях. Если у вас интересная история, мы обязательно с вами свяжемся, приедем, расскажем. Это, конечно, не наша основная сфера деятельности нашего YouTube-канала, но в целом, если история интересная, почему нет? Самую критичную, самую опасную часть этого дома мы вам покажем в конце видео, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, там будет много интересного. Я, кстати, ошибся, сказав, что в доме не использована доска. Доска, оказывается, в стенах тоже использована. Ужасная доска с обзолом, то есть даже обзол не снят. Да. Тоже один из первых пунктов, который у нас появился еще 7 лет назад в чек-листе, что обязательно срезать весь обзол с доски. Это нужно для того, чтобы в нем не заводился жучок, чтобы доска лишний раз из-за этого не портилась, ну и, соответственно, просто для внешней красоты. Здесь у вас большие щели, да, да, между брусом и доской. Поэтому в будущем, ну, мы сейчас исходим из того, что вы не будете разбирать каркас, да, будем работать с тем, что есть. Да. Обязательно все щели, которые есть, обязательно пропеньте, чтобы вот все стыки, вот эти все места... Чтобы этого не было просто. Да, да, чтобы через них тоже никакой лишний холод сюда не проникал. Ну и то, что насчет труб отопления, которые сейчас проходят внутри стен, тоже решение точно такое же. Их надо спиливать И пускать снаружи. Пускать, да, позже уже, да, поверх. Еще одно интересное технологическое решение. Мы видим, что рабочие все-таки догадались использовать здесь укосины. Причем укосины непростые. Давайте скажу сначала, как должно быть. Вы можете видеть у себя на экранах. Укосины – это доска, которая дает дополнительную жесткость. Вообще, правильно, в своде правил 31.105.2002 называется диагональная связь жесткости. Они как раз дают эту жесткость, необходимую каркасу. И в данном случае с укосинами обошлись довольно варварски. Это не доска, которая стоит плашмя, это брусок 45 на 45, вот у меня палец его как бы сейчас обнимает, этот брусок, который просто врезан между этими брусьями. Очень необычное решение, я первый раз его вижу, что на самом деле все равно какую-никакую, а жесткость этому каркасу придает. Плюс у вас дом снаружи обшит ОСБ, что тоже дает дополнительную жесткость. Даже несмотря на то, что это сделано через вентиляционный зазор, через бруски, там все равно... Там две дополнительных же обрешетки прошли. Да. Перекрестная. Да. Ну, перекрестная горизонтом. Горизонтом она все равно не даст ему случая, если он захочет согнуться. А потом еще и вертикалка. Сверху еще ОСП листовой, да, он, конечно, вот, наверняка стал крепче. Да, важный момент, что все равно даже любая горизонтальная обшивка, там, будь то доски или обрешетка, она не дает жесткости, потому что в случае, если он захочет сложиться, вся эта обшивка просто вот так поползет. Поэтому здесь именно ключевое вот эти диагональные связи жесткости. А вот этот, ну, так называемый ригель, не ригель, хедер, не хедер, да, но вот его надо будет обязательно на уголки закрепить, потому что сейчас он просто держится на гвоздях. Каждый дверной проем должен обрамляться двумя досками с двух сторон, то есть двойные стойки должны идти. Фактически у вас это требование здесь выполнено, у вас двойные стойки, за счет этого у вас создается необходимая жесткость дверного проема. А в чем эта жесткость заключается? Когда вы дверь закрываете, хлопаете, еще что-то, чтобы у вас стена вся вот так вот не танцевала ламбаду, как раз... За счет двойных стоек вы получаете необходимую тоже жесткость. Здесь это условие, можно сказать, выполнено. То есть... Я уж пытаюсь найти какие-то плюсы в этом доме. Да, кстати, здесь тогда оконный проем как сделан. Две доски. А как они
закреплены. А вот нижняя доска идет, верхняя, между ними две. Ну, я думаю, что надо просто во всех оконных проемах обязательно еще дополнительно уголками усилить все соединения. Да, да, соединения. Почему я не люблю базальтовый утеплитель по сравнению с минеральным утеплителем, в смысле кварцевым? То, что от базальта, вот я даже сейчас, когда чуть-чуть потрогал, у меня уже чешутся все пальцы. Да. Он просто чудовищно крошится. Я хочу уточнить, вот такой же пленкой внутри здесь тоже было все? Нет, как раз сюда пленка не дошла. А, то есть здесь она закончилась? Ну, типа того, да. Все, вот. Или тогда люди закончились. Да, важно показать. Часто нам оппонируют в комментариях, что, мол, зачем сухую строганную доску, используйте естественной влажности, вот. А вот, пожалуйста. Что происходит, причем обратите внимание, что этот брус, он не был ничем постоянно закрыт, чтобы преть. То есть он в таком виде стоял здесь, проветривался, сох. Ну, вот, пожалуйста, на нем черная плесень. Да, на самом деле, я вам открою страшную тайну, ее, как правило, на Ютубе не озвучивают. Подобный грибок, он убирается специальными отбеливателями для древесины. Это является неотъемлемой частью работы, особенно при сборке, например, срубов, где бревно, оно же не сухое приходит, и там тоже то тут, то там могут какие-то пятна появляться. Есть специальные отбеливатели для древесины, которые проникают в структуру дерева и просто этот грибок убивают. Соответственно, вот эта чернота уходит. То есть в данном случае, на самом деле, на какую-то конструктивную жесткость этого дерева, оно либо не повлияло вообще, ну, либо повлияло на 0,0000, там, вот если под микроскопом вот этот верхний слой, да, молекулу там, да, посмотреть. И здесь в доме есть гниль, я вам покажу эти места, когда ты пальцем делаешь, у тебя прямо продавливается. Здесь это жесткое дерево, то есть в процессе высыхания появилось немножечко этой черноты, все, дальше уже это, она не пойдет, потому что для того, чтобы грибок развивался, ему нужны определенные температурные условия и влажностные условия. Если он находится в сухом помещении, ему неоткуда брать новую воду, чтобы пить. Грибок — это живой организм, да, соответственно, он просто умирает. То есть это мы видим трупы этого грибка. И в реальности прям критически страшного вот эта история не имеет. Но вы можете визуально посмотреть, как себя ведет в данном случае брус естественной влажности обрезной. Что с ним может случиться? Что я вижу? Это я уже лепил. Просто это вынужденная мера. Нужно было просто их скрепить между собой этой дельтой. Дельта — это скотч, который мы сами используем в строительстве. Это самый крутой, дорогой скотч, самый крепкий, надежный. И лента скотча дельта, она уже стоит больше, чем, мне кажется... Чем пленка вся. Чем вся эта пленка, да, на весь первый этаж. Как вы видите по оборудованию, Андрей занимается музыкой. Здесь можно заметить, что есть подтеки. Да, почему фанера-то она... вся явно мокрая? Да. А потому что протекает. Периодически оно в разных местах может течь. Однажды тоже мы с Анечкой просыпаемся с утра, потому что нам просто льет, на голову вода. Совершенно удивительную службу сыграла вот эта дебильная пленка, которую они поклеили на ОСП. Она эту воду сдерживает. По ней же, по этой пленке, эта вода может растекаться по всему потолку и может начать течь где-нибудь около окна, например. Ну, дурка просто, ей-богу. Больше всего меня шокировало то, что вы видите, что в этом живут. Это было не просто смело, это было как смело. А внутри все равно какая-то мебель, диванчики, люди вот обедают, готовят себе еду, смотрят телевизор, спят, там работают. Вот это у меня в голове не укладывается, что это просто стало нормой. И это ужасно. Сейчас на второй этаж сходим. Я обратил внимание на то, что тут весь брус смонтирован на уголки, причем не просто на уголки, а на уголки, прикрученные к вот этим доскам, ну, грубо говоря, чернового пола. Получается у нас следующая конструкция, что есть балки перекрытия, в данном случае они по большей части это тоже брус, и на них просто сверху положены плашмя вот эти доски. И уже к этим доскам прикручены стойки, назовем их так. С одной стороны, нарушение. С другой стороны, если мы возьмем американскую платформу, это технология строительства, перекрытие сначала все закрывается листами USB, потом сверху уже на нем возводятся стены. Ну, понятно, что где-то там, закрыв один глаз и заткнув одно ухо, мы можем сказать, что это такой аналог платформы. Поэтому в данном случае, если убедиться в том, что каждая доска довольно жестко прикручена, а они довольно жестко смонтированы, то есть вот они нигде не гуляют, там не скрипят, видно, что их, в общем-то, прибили везде, где только можно было. Ну, может быть, еще дополнительно как-то пробить их. То в целом, наверное,
в данной ситуации можно попробовать оставить в таком виде. Ну, предположим, что вы какой-то получаете вдруг подарок судьбы, у вас есть финансы на то, чтобы полностью снести этот дом и построить какой-то другой в его месте. Я так понимаю, что здесь тоже есть определенные ограничения, потому что дом уже зарегистрирован. Да, есть нюанс. Просто по закону не можем сделать ничего другого. Мы имеем право выстроить ровно такой же. Ни выше, ни ниже, ни шире, ни уже. Сантиметр в сантиметр. Он должен быть такой же. И когда у тебя такой дом, ты не можешь взять и просто, посмотрев ролик на YouTube, сказать: «А, сносим все, строим все идеально». Своя ситуация у каждого, количество денег ограничено, бюджеты ограничены, есть кредиты. Поэтому, конечно, я тоже смотрю на это с позиции: блин, ну вот в текущей ситуации, ну как бы, что можно вот здесь подправить или там чуть-чуть подделать, чтобы это стало более пригодным для жизни? Да, вот здесь как раз следствие того, что, во-первых, здесь немножечко подтекало, во-вторых, смонтирована была пароизоляция на этот OSB, вот под ней этот OSB стал покрываться грибками, и видно уже, что он находится на финальной стадии своего доживания, своего дожития. Я собираюсь записать здесь еще один ролик, где расскажу о том, по каким вообще причинам могут гнить стены в каркасном доме. Во-первых, какие причины, во-вторых, что с этим можно сделать, какие у этого существуют риски. Этот ролик скоро выйдет на канале, так что обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых роликов. Первый признак того, что вообще-то на окнах не очень сильно экономили, это ламинация окон, потому что она стоит дополнительных денег, и уж если бы стояла задача сделать максимально дешевые окна, то их бы сделали без ламинации. Второй признак, что эта ламинация не односторонняя, а с двух сторон. С двух сторон, что, да. Что в два раза делает дороже эту ламинацию. Это прям поразительно, да. Это поразительно. Третье, что фурнитура на окнах – рота. А рота – это очень хорошая, дорогая фурнитура. Толщина рамы, она на самом деле не так критична, потому что она составляет малую долю теплоизоляции окна, площади окна. То есть основная площадь все-таки идет, это стекла, и вот на стеклопакетах экономить не рекомендую. Еще один косяк, который можно увидеть, только глядя из этого окна, это то, каким образом смонтирована металлочерепица. Возможно, людям, далеким от стройки, здесь мало что будет заметно, но я конкретно увидел кровельные саморезы, которые смонтированы неправильно. Вообще, кровельные саморез должен быть смонтирован под волну. То есть у нас черепица идет такой ступенькой, и вот у основания ступеньки монтируется этот саморез для того, чтобы во время снега или во время дождя, чтобы на него не было большого давления, не оказывалось, чтобы не было соблазна у воды проникать под него, да, чтобы она стекала дальше. Когда он установлен где-то посередине, то тогда в него как раз вся эта вода, весь снег упирается и может проникать под него, хотя каждый саморез обязательно идет с резиновым уплотнителем, чтобы этого не происходило. Но, тем не менее, по технологии правильно монтировать под волну. И еще, что прям супер важно, и то, что я вам прям рекомендую сделать, желательно уже сегодня, потому что это стоит недорого, и это то, что довольно серьезно вам поможет, это отсутствие пристенного профиля, вот этого примыкания к стене, уголок металлический, который закрывает внутренности вашей стены от попадания туда влаги. Сейчас там прям все открыто, щель толщиной там 5 сантиметров, туда просто вода напрямую вам в стены попадает, и все ваши старания по отделки фасада, они все пойдут на смарку именно по той причине, что туда просто будет затекать вода. Когда я увидел эту щель на крыше, у меня просто пропал дар речи. Ну это какой-то просто. Конечно, в кадре я продолжал что-то говорить, но внутри я безмолвствовал, потому что у тебя 5-сантиметровая щель между кровлей и стеной. Это очевидное место, куда просто вся вода течет и снег. Но это надо сделать очередь, шаг номер ноль. То есть надо сейчас взять просто кусок хотя бы рубероида какого-то и просто его заделать, потому что это все продолжает течь в стену, а стены уже здесь переделанные. Блин, ну это... Пропал дар речи. Если говорить о монтаже, собственно, металлочерепицы и правильности, так сказать, этого монтажа, то это, к сожалению, по всей кровле, и по-хорошему кровля у нас под замену. К сожалению, да. Все. Но на кровле смонтирована изоляция D. У пленок есть разная маркировка. Вот базовая идет А, это ветрозащитная мембрана снаружи, Б, пароизоляция внутри. D – это такая пленка, сделанная, как, знаете, сумки у челноков раньше были, из такой плетеной полиэтиленовых таких полосочек между собой переплетены. Вот таким образом сделана изоляция типа D, она как раз нужна для... Это гидроизоляция для холодных кровель. Поэтому в целом, с этой точки зрения, это сделано верно. Большое спасибо!
Ну и самая жесть, которую я вам обещал, это вот этот санузел. На первый взгляд может показаться, что все прекрасно. Это довольно просторный санузел. В нем есть даже подвесной унитаз, есть отдельная душевая, причем не кабина, а полноценная прям душевая. Но самая жесть сейчас вам предстанет вашему взору. Это вот этот кусок стены. Здесь вы воочию можете увидеть, что та картинка, которую вам могут продавать, особенно если вы покупаете готовый каркасный дом, построенный на продажу вот подобными же рукоделами, то есть когда они все это снаружи красиво поклеили обоями, покрасили и положили плитку, вы этого, к сожалению, не узнаете. Здесь вы можете увидеть, что происходит при неправильном монтаже, а конкретно стена просто натурально гниет. Причем здесь постоянно вода продолжает подтекать. За счет этого здесь даже, вот сейчас я трогаю, вот у меня мокрый палец. За счет этого процесс гниения, к сожалению, продолжается до сих пор. Из-за чего это произошло? После монтажа гипсокартона перед монтажом плитки не была использована всего одна вещь, а именно гидроизоляционная мастика. Ну, вкупе с гидроизоляционной лентой, которой проклеиваются углы. Что такое гидроизоляционная мастика? Это мастика, которую в два слоя наносят поверх всех мокрых зон, и только потом уже на нее укладывают плитку. Она застывает, эта мастика, превращается в такой слой резины, и в ее отсутствие вот вы можете наглядно увидеть, что будет происходить. Да, когда первый раз это разобрали, Андрей говорит, здесь росли грибы. Самое страшное, что все это сейчас проникает в пол, и я не знаю, что под полом. Я единственное знаю, я вам обещал тоже показать, что вот эта доска, она уже гнилая. Вот я ее трогаю, она прям мягкая, у нее структура, у меня палец может ее проткнуть. Труха. Что происходит под ней, я не знаю. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. И это как раз основная беда, наверное, сейчас этого дома, потому что если сгниют балки, то как это восстанавливать, уже не совсем понятно. Ну, точнее, теоретически, наверное, можно класть какие-то дублирующие балки, например, старые выбивать, и так по очереди каждую балку менять, заменяя на новые. Да? Но в любом случае мы этого не увидим, пока не вскроем пол. Но вы можете сами видеть, насколько вот даже несоблюдение какого-то одного шага в этапности работ приводит к совершенно катастрофическим последствиям. Сам по себе пирог пола мне здесь тоже не очень понятен. Довольно интересное решение. То есть лежат какие-то пеноблоки в несколько слоев. Потом я такое ощущение, что сделано что-то типа стяжки. Идут три слоя пеноблоков. И на стяжку уже уложена плитка. Вот мы можем торцы плитки здесь тоже видеть. В общем, для того, чтобы это исправить, надо полностью сносить этот санузел и переделывать его заново. Потому что, естественно, этот гипсокартон тоже уже не подлежит повторному использованию. А здесь, как вы видите, от него остались только рожки да ножки. Самое интересное, что вот имея уже 11-летний опыт работы в стройке, я никак не испытываю каких-то острых негативных эмоций по отношению к бригадам, которые это делают, потому что часто они... Ну, просто вот что-то делают. Это какие-то работники, которые приехали на заработки. Часто они из ближнего зарубежья приезжают. Им сказали, вот, клати доски, они колотят. Ну, дураки, ну, не знают, как сделать. Ну, вот они такие. Больше всего изумление у меня вызывают именно те, кто и руководит этими дураками. Вот такие прорабы. То есть люди, которые в целом далеки от этой стройки, они не понимают, какую ответственность они на себя берут. Потому что если ты пообещал человеку построить дом, то часто это та вещь, о которой человек мечтал годами. Часто это десятилетия, когда человек готовится к тому, чтобы у него появился собственный дом. И ты берешь на себя эту ответственность и даже не удосужился хотя бы открыть какой-то простейший вот свод правил и просто хотя бы картинки в нем посмотреть. Ладно, не можешь открыть свод правил, открой YouTube, хотя бы там посмотри вообще, что ты будешь делать. Потому что на тебя положились люди, они доверили тебе самое дорогое, что у них есть, это их дом. И как можно на это наплевать, вот это в моей голове вообще никак не укладывается. Причем, если говорить про вот откровенных мошенников или, в принципе, преступников, они часто себе вот оправдывают все свои деяния тем, что, ну, это вот не мы такие, жизнь такая, или я такой вот волк, а они овцы, их можно стричь, или я там крутой, а они лохи, поэтому сами виноваты. То есть, на мой взгляд, в том, что касается, особенно касается строительства дома, вообще никаких оправданий быть не может. Я знаю, что меня смотрит адекватная аудитория, и если вы тоже считаете, что такое в принципе не имеет никакого оправдания, поставьте лайк. Остальные можете смело закрывать этот ролик и, в принципе, отписываться от моего канала, потому что нам с вами точно не по пути.